Принять участие в общероссийской гонке смогут как малыши, так и профессиональные спортсмены. Ограничений нет. Выбирайте дистанцию по силам и добро пожаловать в большую спортивную семью. Вы можете пробежать 3, 5 или 10 километров. В первую очередь идут для того, чтобы принять участие именно вот в этом массовом старте, в едином порыве, тем более скоро Олимпиада, и это один из способов поддержать наших олимпийцев. Подать заявку на участие вы можете в течение 2 дней, 9 февраля, в спорткомитете на Ломоносова, 60, с 15 до 19 часов. И 10 февраля на комплексе «Летающий лыжник», это бывшая база «Титан» в Новожилово, с 11 до 13 часов. Буквально на днях станет известно, сколько же подарочных лыжных шапочек придет в наш город. Но местная лыжная база «Снежинка» решила подстраховаться и уже заказала у швей 250 вот таких вот бафов. Это своеобразный шарфик. Так что без праздничной атрибутики после большого праздника спорта, пожалуй, не уйдет никто. Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет одновременно в 72 регионах страны. А вот станут ли эти соревнования самыми массовыми в Березниках, зависит от нас. Напоминаю, «Лыжня России» стартует в нашем городе 11 февраля в 12 часов. Елена Суханова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.